Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Появилось новое видео расстрела супружеской пары у здания суда в Николаеве. Соответствующий ролик с камер наблюдения опубликовал в среду 30 января народный депутат Антон Геращенко в Facebook. В частности, парламентарий обнародовал видео с другого, невиданного ранее ракурса, где четко виден момент убийства и все участники инцидента. Как рассказал нардеп, супружеская пара 10 лет назад заняла своему знакомому крупную сумму денег под процент, но должник не выполнил своих обязательств по возврату долга. Сегодня невинно убиенные пришли в суд по решению о взыскании долга с процентами. Убийца дождался их и хладнокровно застрелил их из охотничьего ружья, после чего сдался в руки полиции. Остаток жизни он, судя по всему, проведет за решеткой. Цена двух жизней в Николаеве 40 000 долларов, написал Геращенко в соцсети.